Друзья, всем привет! Совсем недавно открыл для себя вот такую вот интересную программку Sweet Home 3D. Очень простая бесплатная утилита для того, чтобы рисовать свои какие-то минимальные планы по помещениям и так далее. Для чего вообще я начал ее ковырять и учиться ей пользоваться? Очень захотелось сделать такой мини-проект реконструкции своей пристройки на даче. Потому что летом мы хотим попробовать ее реконструировать, пристроить в ней туалет с ванной внутри, сделать душевую, ну, минимальную душевую и какой-то санузел. И в процессе того, пока я сидел и разбирался с этой программой, я разогнался до того, что воспроизвел в ней полностью весь свой дачный участок. Программка достаточно простая и легкая, очень интуитивная в использовании. Ничего в ней сложного нету. Грубо говоря, вы строите стены, строите планы, добавляете мебель, ставите деревья, какие-то внешние объекты. И все, у вас получается полноценное такое 3D-моделирование, в котором вы в дальнейшем можете очень легко взять и спланировать свою будущую обстановку в помещении. Начинал просто вот с этой вот перестроечки. У нас этой перегородки на данный момент нет, у нас просто такая перестройка идет к дому, где внутри стоит стол, там плита, раковина и так далее. Если вы смотрели предыдущие видео по нашей даче, вы могли все это дело видеть. И хочу построить вот такую вот перегородочку, сделать внутри туалет и ванную. Ну, соответственно, в дальнейшем канализацию на участке. После занялся и сделал уже целиком, воспроизвел то, что у нас сейчас, две комнаты. И сделал целиком весь участок. Участок у нас 15 соток, стандартный. А очень приятный бонус этой программы в том, что у нее идет сразу полноценное 3D-моделирование. И все это дело можно сразу на ходу живьем осматривать. Все воспроизведено в полном масштабе. И сарайчик, и гамак, и батут, и бассейн, и сараи. И участок весь, и дом. То есть можно сразу зайти в дом и посмотреть, как будет в дальнейшем выглядеть то, что мы запланировали построить. И целиком и полностью воспроизвел нашу существующую после ремонта две комнаты со всей мебелью. Программка просто находка на самом деле. Ей очень легко пользоваться. И в дальнейшем можно получить очень такой хороший, приятный результат. Ведь если спланировать работу, то ее будет сделать гораздо легче. А еще у этой программки есть тоже две очень классные фишки. Она умеет рендерить фотографии и видео. Я попробовал порендерить видео сразу в ней, там с тенью, с лучами света, с рейтрейсингом, со всей ерундой. Но мощности компьютера нужны очень большие, чтобы зарендерить в хорошем качестве 10-секундный ролик, надо убить, ну, серьезно, часа 4. Это очень много. Но зато можно наделать кучу классных фотографий. Кому интересно, посмотрите дальше. Я покажу, какие классные фото может рендерить эта программа.
Вот такая вот классная штука. Все, что вы видите здесь, я сделал буквально, ну, неделя. Неделя времени по вечерам. Сидел по чуть-чуть, помаленечку. Все это дело делал. И, честно, остался очень доволен. Мне очень понравилось. Можно здесь менять абсолютно все. И фоновые цвета, и небо, и текстуры, и цвета зданий, мебели. У нее очень широкий функционал. И на самом деле ничего сверхсложного нет. Все это делается достаточно просто и интуитивно. Буквально пару часов на разобраться. И можно в этой программе сделать очень чудесные и классные штуки по своему интерьеру. Так что, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. К этой программке сразу советую, надо скачать родные, скажем так, дополнения с текстурами, родные дополнения с моделями, которые расширяют модельный ряд и по мебели, и по всяким мелочам по экстерьеру, потому что в стоке программка идет, ну, бедноватая, голая. Закачав эти дополнения, выбор становится по мебели гораздо богаче, и по текстурам в том числе. Ссылочки будут в описании. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!